Здорово, ребята! Продолжаю движение с Т5. Сейчас я ему хочу все-таки добить задние двери, да зашкуриться и покраситься. А для этого я прикупил красочку. Сейчас покажу. Вот в таком вот магазе закупаюсь. Если что, по малярке. Автомаляр. Вот их контакты. В принципе, нормальный магаз. У них там довольно большой, огромный выбор всего. И так, вот такую вот бодеечку закупил. Килограмм акрила белого и к нему все сопутствующие компоненты. Краску, значит, краску слил по номеру без подбора. Вот этот килограмм обошелся 50 баксов, короче говоря, на все про все. Акрил, отвердитель и пару листов наждачной бумаги. Короче говоря, 50 баксов. С учетом того, что без подбора. Да если бы подбор делал, то было бы еще на пару тысяч дороже. А так по номеру слил. Вот. Короче, вот такая краска. Это что там, не знаю, Голландия или что, что-то вроде этого. В принципе, я такой дюной работал. Да ничего, пойдет, короче. Не скажу, что супер идеально, но, короче, нормально. Лучше, чем там Мобихел и тому подобные. Так, ну и чаек, конечно, кружочек. Без кофея чаек черный. На пару глоточков перед работой. Добротный чаек. Так, други мои, как вы видели в прошлой серии, здесь я, короче, подготовил всю вот эту вот делюгу. Здесь была короста, каверна, ржавчина, все убрал. Обработал кислотным грунтом и задул акриловым грунтом поронаполняющим. Сейчас все просохло, уже сколько, 4-5 дней стоит. Плюс еще из этих 5 дней было 2 дня дождей. Сегодня хорошая погода, солнце. Вот. Думаю, что все хорошо высохло. Зашкурюсь. Короче, по схеме, ну, сами знаете, где сильно крупная шагрень, там 320 пойду. А после 400 забью. 600 уже не буду забивать, потому как это обычная акриловая простая красочка. Ну и, наверное, еще вот здесь вот это место подработаю. Это, короче, не мой косяк, это давнишний старинный косяк. Здесь дворники стояли, их нету. И, видать, кто-то просто шпатель тут подмазал, чтобы, короче, так. Тут была сквозная дырка. Это я с той стороны шумочкой залепил. Вот она, шумочка, да? Ну, тут есть окошечко, которое в случае чего, если захочу дворник устанавливать, то вот эту вот просто уберу и сюда поставлю дворник. А так, сейчас, короче, здесь, наверное, тоже шкуру, ну и все заодно дуну. Краски килограмм, потому как, ну, на вот эту дверь, и плюс еще сразу на два бампера. Вот этот задний бампер, видите, какой он в плачевном состоянии. Новый бампер у меня есть, черный, вот, и передний бампер тоже старый выкину, а новый поставлю, новый тоже черный, поэтому, короче говоря, взял столько краски, ну, плюс еще там на пороге, на арке, туда-сюда, в общем, я думаю, пока килограмма мне хватит, с головой еще даже может останется. 320-я, и поперли замывать. Водичка. Много воды не лью, так, с легончишечки. Сильно сюда не захожу, на саму дверь. Только вот тут вот кромочку острую срезаю, где залито грунтом. Так, друзья, 320-й замыл.
Сейчас водичкой сполоснем. Вот так выглядит. Сейчас 400-ой долбану. 400-ка уже размякла, полежала в водичке. Мягенькая. И начнем замывать. Погодка сегодня бодренькая. Дождя нет, солнышко вышло. И на улице где-то сейчас примерно 12-14 градусов. Самое время немножечко задуть краской. Ну, как вы уже знаете, здесь замыл. Все вот эти места так слегка обклеил. Короче говоря, дунем. Конечно, это все не финишный будет результат, а так второстепенной поверхности, чтобы вот эти вот все очаги задуть. Потому как еще здесь вот это вот место есть, я после этим займусь. Вот этот вот пятачок нужно будет выстучить, вытянуть. И уже потом все нормально, уже целиком по-человечьи нормально дунуть. А это так, как бы временный вариант. Но здесь есть такой момент, что все, что не есть временное, то есть вечное. То есть тут такое относительное понятие. Ну, посмотрим. Со временем разберемся с этим вопросом. А сейчас вот таким пистолетиком китайским, миниатюрным, слегка-слегка так дунем. Вон где есть еще протиры, еще раз нанесем. Сейчас акрильчиком подкрасим.
Ну и также кромочку двери, порог. Здесь порог тоже. Так, видите, да, вот это грунт, а вот это уже акрильчик. Потом арочку, вот эту улитку, кромочку двери, всю нижнюю кромочку двери. Итак, друзья, все залил. Это свежее, а это старое. Вот эту половинку двери практически всю залил, кроме вот этих вот уголков. А эту часть до низа полочку залил. Ну и самое главное, конечно, то, что мне больше всего нужно было, это вот эту вот планочку номерную. Ну, в принципе, нормаляк. Так, здесь есть чуток поплыло. Это ничего страшного. Сотрем потом. Главное, что цвет не сильно различается практически. Тон в тон, вот цвет бьется нормально, короче говоря, пойдет. В нашем колхозе пойдет времянка, которая может остаться навсегда. Шучу, конечно, навсегда она не останется, потому как я буду там дверь делать, тут уголочек, и заодно целиком все потом после покрашу. Ну и здесь, конечно, все залил. Порог — больное место, потому как здесь обшаркивает ногами и какими-то предметами, которые постоянно здесь сбивают всю краску. Ну и также вот туда дунул, где салазка ходит вся, освежил. Пусть будет. Хуже не будет. И этот порожек тоже залил. Тут тоже всегда у них геморрой проблемный. Всегда сопутствующая ржавчина и тому подобное. Улиточку залил. Кромку двери залил. Все. По фэншую. Сейчас подсыхает и бумагу всю снимаю. Так, и дверку тоже, кромку двери. Вот эту арочку. Переход вот здесь, вот по вот этой вот, по этому ребру переходик. Ну, а это глубокая шпаклевка. Опять-таки не страшно, это тоже времяночка. А так цвет хороший, краска. Причем не подбирал, а просто по номеру слил. Нормалек. Ну и здесь, конечно, дунул. Вот, чтобы вы понимали, вот это вот очень тоже проблемное место. Сейчас с той стороны покажу. Вот такой вот геморрой.
Ну, эту сторону тоже после сделаю. Вот такой геморрой здесь. Это извечная болячка. Вот так вот стало. Все лучше, чем как было. Ну вот, наконец-то здесь я закончил все. А после того, как здесь все высохнет, налеплю сюда рамку номерную с подсветкой. Видос на рамочку уже был на канале. Смотрите. На этом все. Всем пока.